Это странная пустыня, ожидание дождя и желания просты рваться уходя. Жить легко и зла не помнить, и любить того, кто есть в этом омуте исконно, в этом городе чудес. Мы решили пригласить священника Анатолия Першина, известного своим творчеством в православной среде. Почему мы решили пригласить? Потому что, послушав его песни как-то, я понял, что они могут помочь вот тем людям, которые ходят в наш клуб православный, помочь найти себя. Два пути или рай. Хочешь падай, а хочешь за веревку, держись. Найти себя – какое важное дело в жизни каждого человека. Отец Анатолий рассказал ребятам о своем пути к Богу. На своем примере он показал, что у Господа нет ничего невозможного, все промыслительно. В прошлом профессиональный музыкант, в настоящем – наставник многим, а в его песнях целая жизнь – горести, испытания, надежда, любовь. Слово «любовь» – оно такое всеобъемлющее, и без него нельзя жить. В принципе, я христианин, тем более. Вот, и батюшка, он эту любовь несет, и вот отец Анатолий как раз… Спасибо ему большое за то, что он нас сам проникся этим чувством и, в общем-то, нас всех… Мне в это чувство окунул. Радуга после дождя. Радуга после дождя. Когда я услышала, какие он песни сочиняет, я была в восторге. Я когда попала тоже чудесным образом в театр «Странник», он поет и горит свеча, и вот эта молитва, это настолько необычно для театра, такого же вообще нигде практически нет. И, наверное, это вот я искала именно это, чтобы и молитва была, и творчество, но именно в Боге, чтобы это было вот именно с благодатью Божьей. Песни отца Анатолия согрели сердца людей в этот вечер. Этими песнями можно говорить друг с другом, как хочется теплоты, как хочется доброты, как хочется тепла. И пусть всегда так будет. Не предай свой единственный рай. Отец Анатолий сердечно всех приглашает на концерт в свою творческую мастерскую 26 ноября в православный театр «Странник». Начало в 7 вечера.